Как всегда, много музыки, а в этот раз еще и очень необычные персонажи. Дело происходит в кукольном царстве. Актеры вместе с режиссером пытаются отшлифовать каждый нюанс. Герои должны получиться живыми, каждый со своим характером, но при этом зрителю должно быть понятно, что это куклы. Кроме того, в представлении примет участие главный символ 2018 года – настоящий пес. Центром сюжета станет вот этот кристалл. Тонкостей постановщики не раскрывают, говорят лишь, что история будет не только интересной, но и в чем-то поучительной. Этот мир такой непростой, и чтобы все-таки уже маленькие детишки могли вот некие эмоциональные определения для себя, что есть у нас немножко грубость в этом мире, а есть и доброта бесконечная, которая больше всего. Вот в этом спектакле мы пытаемся, чтобы у нас эти сравнения вот, в пользу доброты складывались у детей с самым положительным эмоциональным восприятием. Среди кукол есть адмирал, волевой, сильный, несмотря на то, что кукольный. Плести интриги будет черный маг. И никто не сможет остановить меня! Конечно же, этот герой несколько переоценивает свои возможности, хотя и попереживать зрителям тоже придется. Хочу поздравить вас сегодня, в прекрасный день под Новый год, чтоб весел был ваш праздник новогодний, чтоб самым лучшим стал грядущий год. Поверь, что этот год грядущий исполнит все, что сердце ждет. Он непременно будет лучший. Успешный и счастливый год! Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа, приглашаем вас посетить новогоднее музыкальное сказочное представление «Тайна кристалла времени». Ждем вас в городском театре с 24 декабря по 3 января в 11 и в 14 часов. Представление рассчитано на час с небольшим. После этого гостей ждет хоровод вокруг елки и встреча с героями спектакля. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.